Подаю еще одну заявку. Так, окей. Так, и вот график. Сегодня у нас 6 мая, вот с 5 по 6 мая выходные дни, видишь, с 7 по 8 в обычном режиме, то есть мне надо еще вывести. 7 по 8 мая, так и будут еще праздники с 9 по 10. Вот. Что тут у меня? Ну, пока без изменения. Заявки. Так. История ввода средств. В заявках тоже ничего нету. Ладно. Ну, это я вводил, проверял. Больше не проверял, как-то. Просто по незнанию взял, вывел. Потом я их обратно закинул. Эти 300 рублей. Все. Тогда ждем завтрашнего дня. Чик и новый день. В общем, новости такие. Сделал я заявку, в общем, ошибся там с нулем, и пришло мне 4000 рублей вместо 40. Ну, это уже мой косяк. Так, вот деньги пришли, в общем, я собрался сделать еще одну заявку на вывод, также 40 тысяч. Но мне ничего не получилось, пишет то, что в сутки только один раз было. Вот, короче, такой нюанс этого сервиса, то, что деньги отдает только раз в сутки. И еще одно. Сделал заявку я где-то в 11, деньги пришли где-то в 16. Вот так вот. Это сколько получается? Раз, два, и 5 часов. 5 часов где-то получилось. Еще одно немаловажное. Короче, оставшуюся сумму думал, что день будет пропадать. Да, я думаю, сделал депозит на 24 часа. Делал депозит на 24 часа. Так, 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 так. Суммой. Сколько у меня там осталось? Ну давай быстрее, блядь. Что-то тупить начал, блядь, этот сервис. 102, в общем, 1900 рублей. Ну, с копейками там осталось. Вот. И что вы думаете? Вместо 24 суток он мне бац ляпает 2 недели. Я вообще в шоке, я говорю, ну, не говорю, написал поддержку ВКонтакте, я говорю, деньги завтра нужны, почему так, я говорю, создал депозит на сутки, а у меня почему-то тут, я вижу, 2 недели, ну, вот я им написал, не знаю, сейчас, жду ответа, что они мне ответят, отвечают тоже, раньше, по-моему, отвечали быстрее, сейчас отвечают в течение часа, может, 2, почему у них народу так много. Ну, я думаю, это косяк, косяк сервиса. Отвечают плохо, я считаю. Такой косяк, говорю, депозит создал на сутки, а мне деньги ушли на 2 недели. Так. Ну, вот, если не верить, сейчас вам покажу. Ну, пожалуйста. 14 дней. Где она? Я в шоке просто. Так, не знаю, еще поддержка это ответит. Я ей писал по поводу тоже того, что с нулем ошибся. Я говорю, 4000. Я говорю, с нулем ошибся. Ну, 4000 не говорил. Я просто написал, сделал вывод, ошибся с нулем. Я говорю, можешь как-то исправить или отменить? Она мне написала. Она это... Виктория какая-то там у них написала то, что... Так, 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 так. Здравствуйте, заявки не отменяем. Вот, в общем, все по чесноку, чтобы было. Вот, видите, при создании заявки на вывод ошибся с нулем. Как мне отменить? Здравствуйте, заявки не отменяем. И вот почему сделал депозит на сутки, в итоге получилось на 2 недели. Ну вот, друзья, как-то так. Но те 4000, я говорю, они мне пришли. Сейчас я вам покажу мой Яндекс кошелек. Вот у меня баланс 4,93. Был 93 рубля. Ну, в принципе, на этом
можно видео завершить, то что, ну, хоть и со своими там заморочками какими-то, но сервис реально работает и дает зарабатывать, и деньги выводит, правда, один раз в сутки. Ну, я думаю, если, конечно, привыкнуть, это просто делал первый раз, поэтому на такие эмоции уж нет, самое, не пишите там нелестные комментарии или еще что-нибудь. Можете писать, как, ну, кто, допустим, с этим сервисом сталкивался, кто уже работает давно, сколько он, по-моему, 7 месяцев, да, по-моему, существует. Ну, это со слов тоже тех блогеров, которые их так с таким упорством рекламируют, их вот так вот проталкивают. Я, конечно, ну, им за это деньги платят, соответственно, может быть. Может, денег не платят, может, у них просто процент какой-нибудь там, может, в 2 раза выше. Допустим, не как здесь, вот, сколько там, 1.5% в сутки, да? Так, где они тут создали депозит? Да, 1.5% в день, допустим. А, это на 70, на 7. Ну и какие-то там бонусы в конце депозитного периода и плюс еще капитализация. Может, у них как-то так, я не знаю, может, у них 3% в день. И бонус там не 0.5%, а процент или 2. Этого не знаю. А может, вот так просто там, деньги занесли, там, вот тебе там каждый месяц по 100 тысяч рублей, допустим, ну вот, ты нас давай там в каждом видео. Ну ладно. Всем пока. Думайте сами, у вас своя голова на плечах. Я вам показал просто, как это все работает. И, ну, по-первых, как с первого раза, как я человек это буду делать, вот так же, как это делал я. Чушь какую-то пронес, да? Ну давайте, все. Всем пока.